Не знаю, как объяснить, но жизнь как будто не дает мне покончить с собой. Как, например? Меня повысили. Смотри, как ты тут занят внутренней коммуникацией. Ко мне переехала лучшая подруга Кэмпбелл. Это же хорошо. Жизнь не дает вам умереть. Пару месяцев назад я решила вернуть одного персонажа. Пэт. Пэт! Точно, здорово! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! После бесконечных часов психотерапии, куда мне идти? Где мне хорошо? Кажется, я готова признать, мне некого винить в том, что я не умею справляться с трудностями. Я все думаю, как изменить жизнь к лучшему. Нам же тут вроде бы весело. Вроде бы.